Здравствуйте, вы смотрите «Вести Ульяновск», события уходящей недели и в этой программе. Авиатакси. Ульяновцы снова могут летать к соседям, пока открыто два рейса, но это лишь начало. Здоровье юных пациентов стараниями опытных врачей. Областной детской хирургии уже полвека. Талантливые ноги. Девушка из Ульяновска рисует шедевры, не имея рук. У нее очередная персональная выставка. В Ульяновской области возобновили воздушные сообщения с соседними регионами благодаря субсидированию малой авиации. Есть такая федеральная программа помощи междугородним авиаперевозкам. Пока запустили два рейса – в Уфу и Нижний Новгород. Ровно 16:20. Восьмиместный «Пилатус» доставляет пассажиров из Нижнего Новгорода. Пути всего час, а это уже сами прилетевшие. Междугороднему автобусу Алексей Баданин предпочел самолет бизнес-класса. И пусть даже билет дороже. Но зато лучше. Качество и скорость. А скорость – это деньги. Ксения Николаева полетит в Нижний обратным рейсом. У нее командировка. Девушку уже пригласили на регистрацию, следом вещевой досмотр, а затем посадка в самолет. Это очень удобно, потому что всего лишь час полета, и как бы ты уже на месте. На самом деле не такие дорогие билеты, то есть они, в принципе, не бьют по карману, можно сказать так. Полеты в Нижний Новгород и Уфу выполняют самолеты бизнес-класса. Они летают 3 раза в неделю туда и обратно строго по расписанию. Малые перелеты субсидируют федералы и область на паритетных началах. Данные рейсы очень востребованы. Значит, эти рейсы открыты с учетом пожеланий жителей Ульяновской области, с учетом пожеланий тех заводов и предприятий, которые находятся на территории Ульяновского региона. У нас сейчас намного больше рейсов стало, чем по сравнению в предыдущие года. На очереди открытие туристических рейсов. И уже с апреля из Ульяновска можно будет вылететь в Анталию, в мае – в Санкт-Петербург, а в июне – Симферополь и Сочи. Счетная палата Законодательного собрания Ульяновской области подвела итоги своей работы за минувший год. Сумма финансовых нарушений в 2016-м составила более 300 миллионов рублей. Вернуть удалось около 250. Наказаны были где-то 50 руководителей организации. А больше всего нарушений депутаты обнаружили в расходах на строительство и ремонтные работы. А ситуацию с госзакупками в прошлом году удалось переломить. Пример тому недавнее приобретение товаров медицинского назначения. Еще до торгов счетной палате удалось снизить их стартовую закупочную стоимость на 29%, сэкономив бюджету 30 миллионов рублей. Жители Выползова теперь с газом. Цивилизация дошла и до этого сурского села. Случилось это благодаря слаженной работе областной власти, специалистов газовой отрасли и, конечно, финансовой поддержке, в том числе и федеральной. С дровами и печками попрощались, газовые баллоны решили сдать в музей. В село Выползово Сурского района пришло голубое топливо. В семье Ганина хозяйка уже испытала духовку, испекла пироги, ну и, как полагается, встречая гостей, традиционно поставила чайник на плиту. Ну, если говорить с точки зрения комфорта, особенно для пожилых, это будет, конечно, большой плюс. Да, и, как нам раньше говорили, цивилизация пришла в село, да, настоящая цивилизация. В Выползово по случаю пуска газа развернулись гулянья, ведь сбылась давняя мечта. Торжественный поджог газового факела – символичная традиция начала новой жизни. Все должны сделать то, чтобы хоть жизнь в конце концов стала лучше. Очень хочется это, поверьте мне. Спасибо вам огромное за терпение. Спасибо вам огромное за понимание. И извините, что мы так долго шли сюда с газом. Проектные работы по межпоселковому газопроводу сел Лава, Выползово, Никитина, Астрадамовка, Лебедевка, Аркаева, Малый Кувай, Большой Кувай с ответвлением на Чеботаевку закончили еще в 2014 году. В 2016 приступили к строительству. Только в Выползово было построено около 9 километров внутри поселковых газовых сетей. В этом населенном пункте уже на сегодняшний день пущено 44 дома, подлежит газификации порядка 130 домов. И я думаю, что этот межпоселковый газопровод даст развитие и как инвестиционному потенциалу этого района, так и обеспечению повышения качества жизни жителей Ульяновской области.
Строительство данного межпоселкового газопровода в Сурском районе продолжается. Закончить работы планируют в апреле этого года. Эта газовая сеть обеспечит голубым топливом еще 6 сел. В Ульяновской области в рамках модернизации системы здравоохранения много внимания уделяется и детским поликлиникам. Изменяются стандарты, идет реконструкция зданий. Вот как вы видите, в Центральной детской городской клинической больнице уже отремонтированы процедурные кабинеты. Это Камышинская, 39. Здесь внедряется новый стандарт обслуживания. Планка самая высокая. Кондиционирование воздуха, спецодежда для медсестер. В общем, все для детей и родителей, которые за ним присматривают. Изменение отношения самих наших медицинских работников к пациентам, когда действительно взаимные доверительные отношения. Мы пересматриваем уже работу регистратуры, это создание зоны ресепшн, отдельный колл-центр, отдельная карта хранилища. Тут тот комплекс, который позволит действительно отрабатывать новый алгоритм общения между родителями и медицинскими работниками. Прямое общение с родителями уже внедрено по полной мере в филиале на генерала Мельникова. Регистратура здесь открытого типа. Карточки администратора приносят сразу на прием. Забота о пациентах, как вы видите, налицо. Также у нас есть школа семинаров, где непосредственно врачи проводят с нами беседы, отвечают на наши вопросы. Семинары очень познавательные. Еще у нас есть Вайбер, в котором мы задаем вопросы нашим врачам, они нам отвечают. Есть группа ВКонтакте. То есть как бы мы постоянно под наблюдением, и какие, если возникают проблемы, как бы решаются они быстро и мгновенно. Это отделение – яркий пример внедрения нового стандарта. Просторные коридоры, красочное оформление, детские игровые, телевизоры с хорошими качественными мультфильмами. Детская хирургия в нашей области существует уже полвека. Ее история началась с открытия в центральной больнице отделения на 40 коек. С самого начала там осваивались и внедрялись методики, которые своей спецификой отличались от операций, проводимых взрослым. В 1995 году детское хирургическое отделение было переведено в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу. С этого периода начался новый этап в развитии данной хирургии в регионе. Портосистемное шунтирование перипортальной гипертензии у детей, операции у новорожденных с пороками развития органов брюшной полости и грудной клетки. Хирургическое вмешательство такого уровня 50 лет назад трудно было представить. Сегодня в Ульяновской областной детской клинической больнице выполняются операции 6-й категории сложности. 50 лет назад, если взять, то там выживали новорожденных, это единицы, можно сказать, которые выживали после сложных операций, потому что не было нормального оборудования, не было еще такой, может быть, квалификации, не было настоящего хорошего шовного материала. Сейчас у нас, если больной, допустим, погибает, новорожденный, то только с очень сложным порогом, практически несовместимы с жизнью. Это единичные случаи. За эти годы хирургическая неонатология достигла значительных высот. За последние 25 лет летальность новорожденных с хирургической патологией снизилась с 37 до 3%. Мы очень мало детей отправляем в центральные федеральные институты для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Мы все эти операции делаем здесь, в областной детской больнице. Андрею Шабакину при рождении поставили тяжелый диагноз – врожденный порок развития кишечника. Ему понадобилось 8 операций только в первый год жизни. Сейчас ему 14, и приехав на очередное сопровождающее обследование, они с мамой не забывают еще раз поблагодарить хирурга Олега Никонова. В 8 классе он учится, и дай бог, у нас все нормально. Он и футбол играет, и баскетбол играет, и бегает, и на лыжах. Вот тут у нас олимпиада была на лыжах. Я на лыжах кататься люблю. Потом футбол летом с друзьями. Каждая хирургическая процедура уникальна по-своему. Будь то извлечение пули или экстренная операция на сердце. Хирурги признаются, для них это все-таки поток. Но главный интерес, конечно, в том, чтобы ребенок жил, рос и развивался. И цель-то нашей работы в основном не только спасти жизнь ребенку, но обеспечить ему хорошее в дальнейшем качество жизни. Чтобы он не отличался от сверстников, чтобы он не был инвалидом, а был здоровым человеком. В год в детском хирургическом отделении проводится в среднем 84 высокотехнологичные операции. Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня. Все врачи регулярно проходят обучение на различных выездных семинарах. К нам в Ульяновск также приезжают специалисты из-за рубежа.
Безусловно, они приводят нам новые методики, новые подходы к методикам. Наши доктора обучаются вместе, но надо сказать, что и некоторые методики берут на вооружение и канадские, и американские доктора. И в результате это сотрудничество приводит к тому, что мы можем все больше и больше оказать помощи лучше нашим пациентам маленьким. Всего за 50 лет существования стационарной детской хирургии было вылечено более 100 тысяч детей, выполнено более 70 тысяч операций. Сегодня областная детская клиническая больница готовится к закупке новейшего оборудования для запуска фетальной хирургии, чтобы оказывать хирургическую помощь пока нерожденным детям еще в утробе матери. «Крылья моей души» – выставка, так называется, которая открылась в детском музейном центре музея-заповедника «Родина Ленина». Персональная выставка 17-летней Татьяны Федорычевой, которая рисует свои работы ногами. Татьяна Федоровичева из Кузоватовского района родилась без рук. Пришлось приспосабливаться не только к жизни, но и к делу, которое она полюбила всем сердцем. Желание рисовать окружающий мир в ней полыхало настолько ярко, что кисть она взяла в 5 лет пальцами левой ноги. Окончила школу искусств с отличием, и вот в 17 персональная выставка. Первые картины, ну, я особо не прилагала таких усилий. И они получались как-то быстро и легко. А с возрастом я начинаю все более долго рисовать свои картины, потому что начинает более новые детали и новые техники, и уже как-то становится сложнее. Летом девочка ездила в Орленок, где впервые увидела море. Его она, как и обещала тогда, выплюснула на холст. Всего в экспозиции более 40 работ – пейзажи, натюрморты, портреты. Выполнены они в графике и живописи. Много очень хороших картин вижу. Они впечатляют людей. Я картину видел, одну там, друг слева, друг справа. Она как раз, там изображена дружба международная. «Гадкий утенок», я увидел картину в конференц-зале, а «Стремление к мечте» было нарисовано очень в ярких, хороших красках. Я так понял, что ее была мечта рисовать, и, несмотря на все трудности, она добивается этого. В прошлом году две картины Татьяны переданы в фонд Владислава Третьяка. Известные художники оценили талант девочки. Все вырученные деньги пойдут на лечение и творчество юного гения. Действительно, необыкновенный человек, просто дарование. И нам нужно, в общем-то, такого человека показывать и помогать ей идти вперед. Так что, как вы знаете, что я организовал мастер-класс с Никой Сафроновым. Вот она действительно, для нее очень важна. Кстати, и Шилов тоже, вот, знаете, знаменитый художник, тоже хочет с ней встретиться, потому что я ему показал картины, и он говорит: «О, это интересный человек». В этом году Татьяна заканчивает 11 класс и собирается продолжить свое обучение. Правда, где, пока не определилась. Подготовка экспозиции занимала все ее мысли. Теперь, после открытия, время на обдумывание появится. А выставка «Удивительной Татьяны Федоровичевой» продлится до 26 марта. Вход свободный. В четверг, 2 марта, в Большом зале Ленинского мемориала состоялось открытие юбилейного 55-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». В этот день на сцену вышел один из самых выдающихся пианистов современности, народный артист России Денис Мацуев. Вместе с оркестром под управлением заслуженного деятеля искусства Олега Зверева он исполнил рапсодию в стиле блюз американского композитора Джорджа Гершвина. А уже 11 марта состоится вечер мировых премьер. В этот день будут исполнены два сочинения Александра Сойникова «Мастер Маргарита» и «Русь непобедимая». Управлять оркестром будет дирижер из Казани Михаил Масенков, а также солисты Николай Саратовский и Станислав Жуковский. Ну а 19 марта Ульяновский государственный симфонический оркестр, губернаторский и магнитогорская. Государственная академическая хоровая капелла имени Единого исполнит патетическую ораторию Георгия Свиридова на слова Владимира Маяковского. Стало хуже, считают жители сразу трех ульяновских домов после ремонта крыши. Из-за постоянных протечек потолки в подъездах и квартирах мокнут, сыпется штукатурка, а стены не просыхают. По ним уже расползаются плесень и грибок. Кривые руки или безответственность рабочих, решили выяснить общественные защитники. И этим же вопросом задались и мы. Короче говоря, просто-напросто взяли камень, без цемента, без всего, просто взяли и заложили. Здесь дыра просто-напросто заложена профилем.
Увлекательная, устрашающая экскурсия по дому номер 21 на улице Герасимова. Сырые стены, открытые трубы, забитая вытяжка, которая даже не выходит на улицу, и просто заложенная яма. Это в подъезд. Брошенные здесь же на чердаке антенны и забытые кружки рабочих завершают картину под названием «Капитальный ремонт крыши». О, видишь, уже обтекло. Эта плачевная в буквальном смысле история тянется еще с 2015 года. Некачественно отремонтированная крыша портит нервы и подтачивает здоровье жильцов. В подъездах из-за протечек обвалился потолок, торчат доски чердака. В квартирах невозможно дышать. Запах плесени и сырости шлейфом тянется из комнаты в комнату. Лидия Осипова самостоятельно забирается на чердак и сбивает наледь. Если этого не делать, при потеплении в квартире можно будет наблюдать водопад. Потолок провис, наверное, упадет. И вот, хоть я и штукатурила после пролива того, у меня опять начала штукатурка облетать. У соседей такая же картина на стенах и потолке. Пришлось кроватку убрать, потому что может на голову это все свалиться, как в подъезде. Такая же ситуация. Здесь вот в том году с того угла текло, теперь вот здесь вот течет уже. Та же самая ситуация в домах номер 6 и 8 на Богдана Хмельницкого. Здесь жильцы квартир на верхних этажах даже перестали подклеивать обои. Они просто не держатся. Там уж грибок. Там, посмотрите. Там уж грибок пошел. Вот текло пошел. До сих пор. Ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось. Все было сырое. А сейчас вот только вот. Да? Ну, они... Видите? Во время ремонтных работ жильцов заливало, и они обратились в суд, чтобы получить компенсацию за пролив. Суд вынес постановление о возмещении ущерба подрядчикам, который занимался кровлей. Это подрядчик ООО «Аметист Плюс». Жители после этого пошли к судебным приставам. Судебные приставы не смогли найти эту организацию и возместить ущерб через них. И поэтому жители пришли к нам в Общероссийский народный фронт. Мы отправили обращение в городскую администрацию, в правительство Ульяновской области. Подрядчик работу все-таки закончил, но при этом жильцы утверждают, что никаких актов о приемке не подписывали. Тем не менее, компания, которая занималась ремонтом, получила деньги за работу от фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, говорят жители. Теперь по закону ответственность за качество несет фонд модернизации. Он в этой ситуации выступает третьим лицом и поддерживает требования жильцов о том, что подрядчик обязан возместить ущерб, заявил представитель фонда. По поводу того, что ремонт был выполнен некачественно и что существует именно протечка кровли, таких обращений от граждан в фонд не было. То есть сейчас, если действительно подтвердится, что есть недостатки в кровле, то есть уже в самих результатах этих работ, конечно, фонд выйдет с предписанием устранить эти нарушения. В случае, если это предписание не будет исполнено, в любом случае мы обратимся также в суд, чтобы было принуждение подрядчика к исполнению этого решения. Уже завтра комиссии из представителей подрядной организации, фонда ЖКК, Объединенного народного фронта, управляющей компании проведет комплексное обследование злополучных домов, переживших так называемый капремонт крыш. В Ульяновске в сфере ЖКХ заработал интересный закон. И хотя в нем нет нормативно-правовых предписаний, действует он отменно. Первым его заметили жители дома номер 4 на Первомайской в городе Ульяновске, хотя поначалу люди не совсем осознавали его житейский смысл. Поможет его осознать Эдуард Истомин. В 1949 году американский летчик Эдди Мерфи открыл новый закон. Его суть в том, что если существует ненулевая вероятность того, что неприятность может случиться, она так или иначе произойдет. В России этот закон окрестили законом подлости. О законе подлости в этом доме впору снимать художественные фильмы. В бывшей общаге моторного завода детище Мёрфи преподнесло презент ко Дню защитника Отечества. Александр Друнин – инвалид второй группы. Сегодня он в роли летописца. Сначала обои упали, потом штукатурка. И полило, и полило, и полило, и полило. А в этой комнате стена скоро станет чернее куртки. И напрасно говорят, что жизнь – это зебра. В общаге она сродни черному квадрату Малевича. Ведь на крайних этажах света не было двое суток после хлопушек и бенгальских огней в этом щитке. По гостям
Кто куда бежал, деваться некуда было. Ясно. Продукты, естественно, выкинули. Все, что было в холодильниках, людей, кто что как мог спасал, там кому-то по родственникам, кому некуда, все выкинули. Пятый этаж до сих пор не проплакался. Кровельные слезы здесь постоянно капают от мартовской радости. Но людям не до песни о чумачечьей весне. В этом доме кровля течет не только над этой квартирой. Здесь страдают собственники многих жилых помещений. А по сути, все жильцы пятого этажа. И не один год. Тем временем на дому идет оголтелый ремонтный чёс. Одна квитанция чего стоит. Текущий ремонт, капитальный, а еще ремонт кровли в один слой. При таком раскладе крышу давно можно было покрыть сусальным золотом. 4,5 тысячи платят за комнату в общежитии. И вот в таких условиях людям приходится жить. Здесь не живут, здесь существуют и выживают люди. А всем на это наплевать. Все от нас отворачиваются. В управляющей компании железнодорожного района информацию восприняли с известной долей флегматизма. По словам коммунальщиков, многие счета организации арестованы за долги, а значит, денег кот наплакал. Деньги те, которые, значит, они наплачивают на один слой, в ремонт на одном слое вот этой кровли, они аккумулируются в РИЦ, и, как говорится, через судебных приставов они не пропадут. Коммунальщики божатся возместить ущерб людям от проливов, а уже в апреле начать крыть кровлю в один слой. В этом случае, по словам Плаксина, проблему можно закрыть лет на 5, а вот капремонт крыши в далеком 41-м году. Возможно, и тут сработал закон подлости. Ульяновский областной водоканал решил взять под свой контроль гидросистему Сенгелея. Износ оборудования этого города приводит к постоянным авариям и отключениям воды. Своими силами местным специалистам не справиться, и администрация районного центра просит помощи. Теперь надежда на региональных гидрологов. Вода без перебоев. Здесь проблемы с живительной влагой тянутся уже не один год. Зимой порывы с незавидной регулярностью, летом вода не доходит до верхних улиц поселка. Сегодня снова авария. Уже третья за зимний период на этом участке, рядом с детским садиком. Люди к таким скачкам всегда готовы, заранее набирают воду в емкости. Вот этот участок очень проблемный. Эта проблема не сейчас возникла, это существует проблема уже несколько лет. То есть нужно заменить вот этот участок трубы обязательно, просто труба сгнила. Так вот ребята молодцы, они приезжают по любому вызову. Вот, например, вчера тоже здесь на этом поселке был порыв водяной системы, они просто моментально приехали, устранили. Работает здесь бригада Радического группового водовода. На основе этого предприятия по инициативе губернатора Сергея Морозова создается Ульяновский областной водоканал. Он и будет обслуживать все сети. Вскоре создадут и вторую аварийную группу. Закупается дополнительная техника. Порывы случаются из-за ветхости системы водоснабжения. Этот водопровод был построен в 57-м году. То есть не было замены никакой. Предприятие обслуживает объекты водоснабжения Сенгелеевского района. 24 населенных пункта, где проживает около 17 тысяч человек. Такие же работы продолжатся в Мане и Инзе. Работы будут проводиться в комплексе, начиная от проектирования вновь вводимых объектов, ремонтные работы, строительно-монтажные работы и работы текущего содержания этих предприятий. Для жителей основной плюс, я считаю, это восстановление надежности и работоспособности систем жизнеобеспечения. В текущем году также начнутся работы по капитальному ремонту водопровода Бутырской стороны Сенгелея. На это из областного бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. В Ульяновске начались подготовительные противопаводковые работы. Тяжелая техника сейчас очищает от наледи и снега мостовую. Грузовики уже выполнили почти 200 рейсов за неделю. Рабочие расчистили полкилометра водоотводных дренажных канав. Этой весной в черте города от талой воды может пострадать сотни жилых домов. В зоне риска мостовая, сельдь, Вырыпаевка и Дачный. В случае ЧП жители Сельди разместят в 56-й школе. Для пострадавших мостовой приготовят 32-ю. За Свияжье ульяновцев готовы принять 55-я и 61-й школы. 1 марта отмечался День гражданской обороны. Первоначально ее функция состояла в защите населения на период войны. Но людей беречь необходимо и в мирное время. Техногенные и природные катастрофы случаются часто. Поэтому власть, спасатели, медики, силовики должны быть готовы постоянно к любым происшествиям. Для этого и проводится систематическая работа для всех служб в рамках гражданской обороны. Том, как популяризация всех спасательных служб.
Это, соответственно, наша служба, это служба газовая, какая угодно. Но все спасательные службы у нас как раз вот они попадают под защиту населения. Они для этого созданы, они у нас готовы. В этот день проводятся дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях, как у нас сегодня сделано. Проводятся какие-то, так скажем, занятия по развертыванию боевых подразделений, одевание химической защиты. День гражданской обороны – это один из способов привлечения внимания к проблемам, связанным с безопасностью в мире. Основные усилия здесь направлены в первую очередь на оказание помощи людям, обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных и материальных ценностей. Сотрудники Ульяновского управления МЧС на этой неделе отрабатывали действия при оказании помощи попавшим в автоаварию. От оперативности спасателей часто зависит жизнь человека. Руководство ведомства сделало учения максимально реалистичными, чтобы личный состав выложился на задании по полной. Внутри старого автомобиля, который в этот день несколько раз буквально разбирали по кусочкам и затем заново собирали, двое пострадавших. К счастью, травмированы они не по-настоящему. Роль раненых в ДТП исполняли коллеги спасателей. Отрабатываются профессиональные навыки при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Передается опыт, соответственно, средства спасения, которые у нас сейчас каждый год обновляются. Работаем, совершенствуемся, ну и постараемся отработать, чтобы те люди, которые попали в ДТП, мы их могли спасти своевременно и оказать им первую помощь. В течение считанного времени необходимо убедиться, что автомобиль не взорвется, а затем попасть внутрь и оказать первую помощь условно раненым. У одного перелом ноги, другой жалуется на боли в руке. Старенькую копейку не жалеют. И стекла бьют, и двери снимают, и даже крышу срезают. Строгие судьи отслеживают не только время, но и слаженность действий команды, а также правильность выполнения операций. Все это повлияет на окончательный результат. Всего в учениях участвует 7 команд, как из областного центра, так и из сельских районов. Мы ездим на ДТП довольно часто, мы находимся на Новоспасской М5 «Урал». Довольно часто происходит ДТП. Ну, конечно, с такими этими... Каждый ДТП по-своему тяжелый, и приходится работать, конечно, не так, как здесь, а в совсем других условиях. И это есть реальные пострадавшие, реальные люди, которым тяжело. Ну, конечно, это соревнования, они как бы повышают навыки нашего мастерства. По итогам учений определят ту команду, которая справилась с заданиями лучше остальных. У этих спасателей будет шанс отправиться на окружные соревнования, а затем, возможно, и на всероссийский конкурс спасателей. Воспитанники Суворовского училища на этой неделе вступили в ряды юнармии. Торжественную клятву новые члены движения произнесли на встрече с губернатором в стенах Ивановского детского дома. Для ребят вступление в ряды юнармейцев стало значимым событием. Вообще, я думаю, что юнармия – это движение, которое очень поможет нашему поколению, так как это поддерживает патриотический дух России и укрепляет наш народ. Чувствую гордость за свою страну и горжусь тем, что я стал юнармейцем. Всероссийское движение было создано в 2015 году для формирования у школьников и кадетов нравственных ценностей и ориентиров, военно-патриотического духа, а также на объединение усилий организаций, занимающихся допризывной подготовкой. Ульяновская область присоединилась к акции одной из первых в стране, и сейчас региональное отделение юнармии состоит из 400 ребят. Главная задача всего этого – это вырастить по-настоящему патриота и человека, который искренне, по-настоящему любит свою родину, и любит ее не просто на словах, а готов за нее, как минимум, сходить в армию, а как максимум встать на ее защиту при необходимости. На встрече с юнармейцами губернатор вручил также путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» на тематическую смену «Служу Отечеству». Их получили победители областного конкурса, которые подготовили работы о героях, земляках, а также эссе на патриотическую тему. В Ульяновской 48-й школе состоялся митинг-реквием, посвященный годовщине со дня смерти выпускника этого учебного заведения, Героя России Дмитрия Кожемякина, погибшего на Северном Кавказе при атаке боевиков. В канун этого дня мы вывешиваем на окна парашюты. Рядом с парашютами имена тех ребят, которые погибли в Чечне. И вся округа знает, что если появились парашюты, значит, школа отмечает день памяти воинов
солдат, офицеров. В последние дни февраля 2000 года 6-я рота псковских десантников вступила в неравный бой с 20-кратно превосходящей группировкой боевиков, которые прорывались из окружения. 1 марта, когда из 90 бойцов осталось несколько человек, лейтенант Кожемякин приказал солдатам отступать, а сам Дмитрий остался прикрывать товарищей и был убит. В том сражении остались живых только 6 десантников. Боевики потеряли треть своей группы. Кроме школьников, на митинге были родственники и друзья героя, а также ветераны боевых действий. В Ульяновске на Свияге прошли соревнования на квадроциклах. Впервые в гонке участвовало не менее 3 десятков профессионалов. Трасса 4,5 километра. Это 3 круга примерно. Изначально участок прохождения был несложный, но весенняя погода внесла свои коррективы, и прохождение трассы стало сложным. После ледяных виражей и бодрящих водных процедур участников гонки ждала горячая кухня. Организаторы уверены, что соревнования станут доброй традицией и положат начало созданию клуба квадроциклистов в Ульяновске. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск». Увидимся в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1».